Всем привет! Сегодня мы на самом космическом стенде выставки. Сегодня мы у TASS Knives. И сегодня с нами Сосо Томасов Стянь. Привет! Привет! Ты единственный, кто катается по всем американским выставкам. Я, знаешь, о многих узнал только из твоего инстаграма. Как покатался? Ну, я не единственный, со мной мы зачастую вместе с Димой. Но он не ножевик. Да. Из ножевиков, наверное, я и, собственно, все. Как покатался? Отлично. Взял какие-нибудь призовые места? Взял осенью, в начале сентября, в Вегасе лучший тактический нож с фиксированным клинком. Иностранного дизайна или в принципе? В принципе. Нифига ты, вот этого я тебя прям поздравляю. Большое спасибо. А расскажи, что у тебя нового, что по моделям. Есть ли у тебя, кстати, твои чудесные кинжальчики? Кинжальчики все ушли, остался один, который я сдал на конкурс. Из нового еще, наверное, Метролоу, который... О, это прям вообще... Чуть-чуть другом. Варианте, чем у тебя. Так, это вот прям бомба. Есть еще вот такие альтаиры. Они немножко бы изменились, стал более глубоким фальш. Появился знак радиоактивной безопасности. Плетка та же самая. Но альтаир это у нас этот был персонаж Assassin's Creed, да? Да, наверное. Там тоже был ассасин главный. Убийца. Да-да-да. Ну, это Орден Ассасинов. Да, да. Супер. Что у тебя еще интересненько? Наверное, Cyberfuser. Вот этот ножик Антоид стал сложнее, вычурнее. И это, ребята, все ручками. Ты способный. Ну, понятно, но все равно ручками. И фирменная решетка радиатора, чтобы рука во время тяжелой работы не перегревалась. А то иногда аж огонь идет. Расскажи, в этом году ты зашел прям широко на рынок с спидфайерами. Да. Как ты сам оцениваешь успешность проекта? Давай так, каверзный вопрос. Мне... Хорошо пошел? Хорошо пошел. И отдельно приятно, что несколько человек уже подошел с этим ножами в кармане, показали, пообщались с ними. Это приятно. Супер. А кастомов у тебя твоих нету, да? На посмотреть. Я думаю, они будут только по... Но это, ребят, чтобы вы понимали, это прям ручками из серийки делается кастомизация такая, да? Прям с титанчиком. Супер. И вот у тебя вот эти вот малыши, да, еще? Это совсем старенькие малыши, да. Они все еще лежат и ждут своего... Альтаира. Своего Альтаира, да? Понятно. Слушай, вот у тебя интересная стала вот эта обработка. Это бронза или медь? Это медь. С такой патиной с черной. Да. Вот он, красавчик просто. Это мой самый любимый ножик. Прям с тремя кромками. Мне так нравится их точить. С тремя? Просто схалтурил? Ну, да. Вот. Супер. Еще с обратки. Между прочим, он теплый, даже с фальшем. Да, потому что есть прогиб, да, по обуху? Да, выше 5 мм. Ну да, супер. Расскажи, какие планы? Планы. Наверное, самый выдающийся план, не считая нескольких коллабораций, у меня сделать складной нож в 2022 году. Я не знаю, как... Кастом это, или такой же из серии? Нет, 100% ручная работа. О, наконец-то. Ценный, хороший, скажем так, материалов. Наконец-то. Да. Я бы посмотрел на складной метру. Он у меня в планах, но пока я думаю начать вот с такого маленького. Вот буквально такого размера. Супер, будет. Супер. Это сейчас очень популярный формат. Да. Красота. Ну что, тебе тогда удачи на конкурсе. И первых мест тебе здесь. С наступающим Новым годом. И тебя, и вас.